Итак, всем привет! Я делаю последний в этом году видеообзор, к сожалению, потому что год заканчивается. И сегодня хочу подвести итоги своего канала. У меня на канале ровно 16 подписчиков, просмотров, общее количество просмотров на ютубе всего, кто у меня ролик посмотрели, 1045. Вот. И хочу сказать, что у меня есть три видео, которые самые популярные. Первое популярное видео — это кимчи и васаби, это чипсы нори. Она набирает, у меня набрало 84 или 88 просмотров, где-то так примерно. На втором месте у меня идет пробка, где я живу, там у меня ровно 80 просмотров. И на третьем месте у меня самое популярное видео, которое набрало 44 либо 45 уже просмотров, это Евразия на суше. Вот. Вот. Чтобы еще рассказать, вот Новый год скоро, завтра. Всех поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством. Видосы тоже будут скоро. 1 января выйдет, наверное, новый видос на канале моем, так что будут новые видосы. Это видео короткое получится сегодня, сейчас, потому что вечер, холодно уже на улице. Так что еще раз хочу сказать, что видео самое популярное. Если видео это наберет максимум 5 просмотров, то я еще выложу новые видосы, сделаю. К сожалению, видосов нету, много идей есть, времени мало, работы много. Если будет время свободное, то я поеду на Дворцовую площадь, нашу в Ленинграде, нашу в Питере, которая находится, Дворцовую площадь в центре города. Так что там буду делать обзоры новые для своего канала. Вот. Идей много у меня. Вот думаю, еще какую-то тему хочу придумать для своего канала. Не знаю, еще пока думаю, что еще нового сделать. Так что всех поздравляю с Новым годом, Рождеством, всех с наступающим. Всем удачи и пока-пока!